Под охраной группы солдат НАТО посол Франции и его семья выехали из Санкт-Петербурга в Париж на особом бронепоезде под названием Blue Harvest. Лейтенант, я никогда не думал, что мы будем сотрудничать с русскими. Русские Иваны могут сказать то же самое про нас. Мы уже почти у украинской границы, так что вперед. Есть, сэр. Давайте, кретины, давайте. Начать первый этап операции. Приближается неопознанная вертушка. Возможно, это подкрепление русских? Никак нет, сэр. Она появилась на радаре только что. Вертушка пустила ракету. Что здесь происходит? О боже. Начать второй этап операции. Все готовы? Вперед! Пошел, пошел! Быстро уберите посла! Что здесь происходит? Быстрее! Одеться. Быстро. Как видите, господин посол, у вас нет выбора. Их жизнь для меня ничего не значит. Надеюсь, вам это тоже понятно. Ясно? Не трогайте мою семью. Как дела, господин посол? Меня зовут Борис Иговский. Я командир небольшой террористической группы под названием «Рыцари Апокалипсиса». Рыцари Апокалипсиса? Чего же вам нужно? Я собираюсь использовать этот поезд, чтобы выбить деньжат на нашу деятельность. Что за бред? Вы за это заплатите? Закрой рот и слушай. Я здесь главный, а не ты. Ты ошибаешься, господин посол. Платить будет твое правительство. 20 миллиардов долларов. И я взял с собой эту цацку, чтобы убедить вас. Внимание, правительство Франции. Мы, рыцари Апокалипсиса, заполучили вашего посла. Говорит лейтенант Джек Мортон. Поезд был захвачен террористами во время внезапной атаки. Мы осведомлены об этом, лейтенант Мортон. Сейчас с вами будет говорить отдел ООН по контртеррористическим операциям. Я начальник штаба этого отдела. Понятно? Сколько у вас осталось людей после этой атаки? Ноль. Остался один я. Итак, поясняя ситуацию, экспресс Blue Harvest захвачен группой террористов, которые называют себя рыцарями Апокалипсиса. Они требуют 20 миллиардов долларов и пропуска поезда в Прагу. Я отправляю к поезду спецгруппу, лейтенант Мортон. Вы переходите под командование ООН. Посол Франции и его семья заложники, и вы обязаны обеспечить их безопасность по прибытии спецгруппы. Как только вы это сделаете, немедленно доложите мне. Вас понял. Террористы могут перехватить радиопереговоры, поэтому пользуйтесь рацией только в экстренных случаях. Вопросы есть? Как мне проникнуть в поезд?
На крыше 11-го вагона есть люк. Вас понял. Джек, будьте осторожны. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Господин посол, вы в порядке? Думаю, да. А вы кто такой? Лейтенант Джек Мортон, отряд НАТО, сэр. Меня послали сюда вытащить вас из переделки. Хвала богам. Они забрали мою семью, жену и дочь. Вы знаете, куда они их забрали? Террористы что-то говорили насчет SP-1. А вы кто такой? Меня зовут Мейсон, я секретарь посла. Я служил в спецназе полиции. Понятно. Господин посол, спецгруппа скоро будет здесь, но я постараюсь вытащить ваш красавец сам. Вам и Мейсону лучше оставаться здесь и ждать моего сигнала. Thank you.
Ты кто такой? Лейтенант Джек Мортон, силы НАТО. А ты кто? Кристина Вейборн, агент посла Франции. Ты из спецназа полиции? А что, это работа только для мужчин? Нет. Совсем нет. Хорошая работа. Где они держат семью посла? Его жену Симону и дочь Джейн повели в вагон номер 13. Меня же они хотели пристрелить. 13-й вагон. Посол сейчас в 10-м вагоне. Его охраняет Мейсон, но подмога ему не помешает. Иди туда и оставайся с ним. Ясно. Но мне не помешала бы рация для связи с тобой. Вот, возьми. Спасибо. И удачи, лейтенант Мортон. Зови меня Джек. Ладно.
Я лейтенант Джек Мортон. Меня послали сюда, чтобы помочь вам. Ваш супруг в безопасности, и спасательная команда уже на подходе. Понимаю. Моя дочь. А тебя как зовут? Джейн. Все в порядке, Джейн. Очень скоро ты увидишь своего отца. Я тебе обещаю. Вы с мамой можете добежать до первого этажа? Ладно, пора. Не волнуйтесь, я буду вас прикрывать. Бегите прямо на первый этаж. Говорит Джек, заложники в безопасности. Доложите ситуацию. По плану спецгруппа прибудет через 5 минут. Они встретятся с вами в вагоне номер 14. После обеспечения безопасности этого вагона вы будете направлены в вертолет. До окончания операции вы переходите под командование командира спецгруппы. Кто он? Старший лейтенант Андерсон. Теперь идите. Пожалуйста, подождите здесь. Я скоро вернусь. Говорит Джек, продолжайте спасательную операцию. Вас понял. Джек, посол исчез. Я нашла его секретаря без сознания в комнате для особо важных персон. Не паникуй, Кристина. После того, как мы вытащим отсюда малышек посла, я присоединюсь к тебе. Ясно. Мой муж. Он будет с вами очень скоро. Обещаю, я спасу вашего отца. Так что идите и ждите его. Папа дал мне этот кулон в поезде. Он сказал, что он приносит удачу. Вы можете передать ему этот кулон? Обязательно. Говорит Джек, у нас непредвиденная ситуация. Немедленно верните спецгруппу. Что случилось? Не знаю. Я иду в купе ОВП и постараюсь разузнать это. Hey!
Что случилось? Не знаю. Посол ушел в уборную, потом я услышал вскрик, но не успел добраться до него, как меня окружили террористы. А посол? Что с ним? Не знаю. Ты видела, что случилось? Нет, я добралась сюда уже после этого. Куда делись террористы? Они меня вырубили. Джек, у нас чрезвычайная ситуация. Террористы сообщили, что они собираются произвести запуск ракет по соседним странам за попытку спасения жены и дочери посла. Вы должны предотвратить запуск ракет. Вы знаете, где расположены ракеты? Ракеты находятся в 7-м вагоне, пусковой пульт в 9-м, панель управления в 8-м. Вы нашли посла? Нет, все еще ищем. Ладно, но вы должны поторопиться.
С тобой все в порядке? Сержант Уильям Магуайр, радист. Кроме тебя есть выжившие? Не уверен, но боюсь, что нет. Террористы собираются запустить ракету. Можно ли это предотвратить? Да. Видишь ту отвертку? Возьми ее с собой. Откроешь ракетную панель. Но если ты нажмешь на кнопку, сработает пусковое устройство, и через 10 секунд произойдет взрыв. Понял? Понял. Жди здесь. Обо мне не волнуйся. Я родился в рубашке. Иди, останови ракету.
Эй, милашк, неужто вы думаете, что я с вами играю? Ой, зря. Если бы вы знали... Впрочем, вы наверняка знаете, какое у нас с собой оружие. Что вы хотите? Во-первых, выкуп за посла 10 миллиардов долларов, которое вы немедленно переведете по указанному мной счету. Во-вторых, безопасный маршрут для поезда, чтобы ни одна живая душа, никто не приближался к поезду на расстояние меньше 10 километров. Нам нужно время, чтобы обсудить это с властями. Учтите, наше терпение может лопнуть. Немедленно прервать спасательную операцию. Все вертолеты сейчас же вернутся на базу. Выполняйте то, что я вам говорю, и вас пощадят. Я еще свяжусь с вами. Установите радиосвязь с лейтенантом Морганом. Вы хотите сказать, русский террорист Борис Сиговский? Да, печально известный бывший агент КГБ, безжалостный и помешанный убийца. Еще одно, российские военные сообщили нам, что у него в распоряжении находится несколько советских ядерных боеголовок. Мы считаем, что эти боеголовки в данный момент находятся в поезде. Кроме того, об этом уже что-то пронюхали ищейки-журналисты. Короче говоря, в данный момент задача с высшим приоритетом — найти посла и обеспечить его безопасность. Вас понял. Кристина, что у тебя там? Я выключила противопожарную систему поезда. Это в 9-м вагоне. Ясно. По дороге ты натолкнешься на раненого солдата. Потерял много крови. На этом поезде есть медицинское отделение? Да, это в 6-м вагоне. 5-й вагон. Я пойду посмотрю, все ли там в порядке. Позаботься о нем. Я был настолько потрясен, что забыл об этом. Когда я был в купе ОВП, это обронил какой-то террорист.
Его раны не опасны для жизни, и мне удалось остановить кровотечение, но он уже потерял много крови. Ему срочно нужно сделать вливание. Бесполезно. Я обыскал всю аптечку, но не нашел то, что ему нужно. Он в критическом состоянии. Если бы мы только могли сделать ему вливание. Thank you.
Thank you.
Его давление повышается. Тебе сейчас лучше не двигаться. Ты можешь говорить? Ясный пень, я же говорил тебе, что родился в рубашке. Пятый вагон? Ты говорил о пятом вагоне. Террористы, они вломились, они направились в пятый вагон. Что-нибудь еще? Я без понятия, для чего эта карта-ключ. Я нашел ее в коридоре. Кристина, мистер Мейсон, ждите здесь. Я обыщу вагоны и постараюсь найти посла. Thank you.
You!